Добрейшего дня. Мы добрались на самую высокую точку, откуда удобно рассмотреть весь город вблизи, Канзас-Сити. Место называется Монумент, музей героям, погибшим солдатам Первой мировой войны. Впереди открывается вид на даунтаун. Местами Канзас похож на Чикаго, не такой шумный. И скорее по динамике движения напоминает Сиэтл. Ну, конечно, большие омахи раз, наверное, в 2 или в 3. Даже отсюда видно, что даунтаун гораздо больше. Больше небоскребов. К сожалению, разрешение фотоаппарата не позволяет это приблизить ближе. А сзади нас располагается сам монумент, который выполнен в египетском стиле. Вот с такой вот огромной стелой наверху. С двух сторон от нее располагаются два нефа. И два сфинкса, которые закрыли лицо крыльями в знак скорби о погибших. Сам музей находится под нами, а если посмотреть в эту сторону, там будет находиться небольшой фонтанчик. Оставайтесь с нами, и вы узнаете много интересного.